Подарки 60 тысяч рублей, улыбка ребенка бесценна. Чтобы увидеть улыбки малышей из дома малютки, участники клуба Drive to в очередной раз организовали благотворительную акцию. На клич автолюбителей в этом году откликнулось почти 50 человек, в несколько раз больше, чем в прошлом. Как только благотворители достали свои подарки, стало ясно – это автолюбители. Детская площадка сразу превратилась в гоночное поле, но на этот раз пешеходами оказались автолюбители, а водителями – дети из дома малютки. Drive 2 попал, как говорится, в колею, сделав такие подарки. Илюша, рад подарку? Это что тебе такое подарили? Томат! Что-что? Томат! Илюше сейчас некогда. Он уже почувствовал на себе вкус острых ощущений. Недавно подаренный КамАЗ уже избороздил игровую зону, испытал две поломки. Но Илюша, как настоящий водитель, продолжил движение. Зато представители клуба стояли и с умилением смотрели на своих подопечных, изредка устраняя поломки, давали наставления и советы. Иногда на дорогах возникали внештатные ситуации. Дама – это ведь особая категория водителей. И даже когда столкновение не удалось избежать, то никаких тебе оскорблений и штрафов, а только повышенное внимание мужского пола, да еще и подарок. Женщины в этот день были не только виновницами дорожного происшествия, но и виновницами этого события. Ведь детский праздник – это общая радость. Международный день защиты детей напоминает нам о том, что веселого и счастливого детства заслуживает абсолютно каждый ребенок. Именно поэтому сообщество Drive 2 и другие граждане второй год подряд организовываем акцию по сбору средств для дома малютки. Юлия, члены клуба, а их около 150 человек, дали объявление ВКонтакте о том, что готовится такая акция, и к ним присоединились неравнодушные жители округа. В итоге насобирали около 60 тысяч рублей. На них приобрели не только машинки, но и салфетки, памперсы, нужную одежду. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север».